Приветствую вас. Человеческое сознание воспринимает окружающий мир и людей в этом мире исключительно через призму образов, которые реализуется посредством желаний. То есть можно сказать, что ваш образ желаемой женщины, а может быть даже и не женщины, а просто желаемый образ чего-либо, неважно чего-либо, вот, нашел свой объект в этом персонаже, которого вы увидели в фильме. Вот и все. Проанализировать тут нужно то, чего вам не хватает. Возможно, вам не хватает своей значимости, возможно, вам не хватает ощущений себя мужчины. Возможно, вам просто отношений с людьми не хватает. Ну, просто вот отношений с женщинами, именно не хватает. Такое тоже бывает, и это нормально. Вот. То есть, нужно проанализировать непосредственно ваше состояние эмоционально на момент просмотра этого фильма. То есть, что именно вас беспокоило, что именно вас сильнее всего поразило, например, что именно сильнее всего вас задело в этом фильме. И это и будет причиной, по которой ваш образ нашел объект. И ничего не стоит вам найти другой объект, а вы тут же переключитесь на него, на другой объект, и по большому счету ничего не изменится, только нужно учитывать в обязательном порядке, что если вы переключаетесь на другой объект, да, то вы не воспринимаете этот объект, ну, скажем так, в качестве самостоятельного субъекта отношений. То есть вы с ним исключительно только ради реализации своих собственных желаний. И, соответственно, это может привести к тому, что во взаимоотношении с, например, женщинами или сами женщины с вами, или вы с ними будете несчастливы. То есть кто-то будет несчастлив,
обязательно по всей этой ситуации. Если вы этого не хотите, то вот то, ради чего, то, чем вам понравился этот образ, а образ, как правило, он именно такого плана, образ нравится в контексте того, как вы себя чувствуете, то есть что вы чувствуете, ну, рядом с этим образом. То есть как вы себя чувствуете именно вот рядом с этим персонажем. Вот, понимаете? То есть вам не сам персонаж нравится, а вам нравится то, как вы себя с ним чувствуете. Это все-таки немножко разные вещи. Вот. И их нельзя мешать. Вот, ну, очевидно, что вам чего-то не хватает, да, очевидно. И было бы здорово, если бы вы как следует проанализировали бы то, чего не хватает вам, да, и, соответственно, постарались бы как-то вот реализовать это, чтобы быть свободным по возможности в отношениях с другими людьми. Ну и женщинами тоже. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!